Дорогие друзья, всем привет! Новости, продукт скоропортящийся. Поэтому сегодня очень коротко по самым главным новостям из мира туризма за прошлую неделю. Поехали! В СМИ пишут, что Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения. Еще 14 числа называли дату 15 июля. Потом авиакомпания Turkish Airlines заявила, что планирует запустить рейсы аж с 1 августа. По факту это будет касаться людей, которые работают, учатся или лечатся за границей. Но в СМИ уже появилась информация, что белорусские туроператоры уже предлагают россиянам вылет в Турцию через Минск. Белорусы предполагают, что доля российских туристов в выездном потоке в Турцию составит около 40%. Пока нет точных данных, будет ли Турция пускать россиян, даже приезжающих с территории Беларуси. Теоретически возможно, если Турция даже в одностороннем порядке разрешит приезжать россиянам, а вылетов из России не будет. На возможность открытия хотя бы Турции сейчас молятся тысячи турфирм. По данным исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ламидзе, около 20-30 розничных туристических агентств покинут рынок, поскольку не смогут переориентироваться на продажу туров внутри России. Тем более, что очень много россиян довольно скептически относятся к отдыху на отечественных курортах. Кому-то не нравится сервис, кто-то считает цены необоснованно высокими, кто-то банально побаивается или не хочет заниматься сбором справок. Да и ситуация динамично меняется. Например, в Крыму туристам, которые хотят полечиться в санаториях, нужно опять предоставлять справку об отсутствии коронавируса. Это сделано из опасений распространения COVID-19 на территории полуострова. Тем более, что Крым уже принял огромное количество отдыхающих. В самое ближайшее время я подробно расскажу о ситуации на российских курортах. На какие недостатки внутреннего туризма жалуются россияне и к чему это приведет.